В Мурманске могут прекратиться аварии на водопроводе, уверен генеральный директор водоканала. Каждый год предприятие меняет 10-15 километров труб. Если темпы не снизятся, через 25 лет все магистрали и подводы в городе будут новыми. А полиэтиленовые ПНД-трубы не имеют склонности к прорывам. Водопровод в центре Мурманска давно требует внимания. Стальные трубы вдоль улицы Софьи Перовской положены еще в 1972 году. Сейчас их меняют на полиэтиленовые, низкого давления. Срок службы у них значительно выше, только гарантия – 50 лет. Самая сложная часть – это врезка в систему. Например, ветка от этого люка отходит прямо в филармонию. Рабочим придется спуститься сюда, внутрь, полностью обновить весь узел, установить новые клапаны и задвижки. Участок 120 метров пересекают многие коммуникации. Телефонные провода, силовые кабели, и все это под несколькими слоями асфальта. Зашли мы 2 недели назад примерно. Прокопали в ту сторону 80 метров. Но я думаю, еще 2 дня и здесь закончим. Восстанавливать покрытие тротуара специалисты водоканала не будут. Им удалось вовремя согласовать планы с картой ремонта дорог. Они оставят после себя утрамбованную подушку из щебня. А дорожники в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» завершат начатое. Сейчас все это происходит все в соответствии со сроками. То есть даже если там бывают задержки, все равно никогда не бывает, да, что ты вот все прям в срок успел. Да? Здесь задержки 2-3 дня, 5 дней, не больше. То есть все абсолютно идет в графике, потому что все равно мы даем, и они, и мы даем друг другу зазоры сразу же заранее, да, чтобы мы все успевали. Подобных мест в Мурманске, где власти и бизнесу пришлось составлять график работ, 5. А за целое лето водоканал намерен обновить более 10 километров труб. Александра Клепцова, Андрей Бричко, ТВ-21+.